Всем привет, мои дорогие друзья, подписчики, зрители или гости канала. С вами Горче, и я начинаю проходить Майнкрафт на версии 1.7.10. Ну, это как бы одна из лучших старых версий. Буду я проходить без модов, без Оптифайна, без Форджа. Будем проходить до конца, значит, до самого конца. Да, Эндер Дракона, его убьем, конечно же, вот. Думаю, прохождение у нас затянется на целый год, кажется, то, что у меня перерыв будет, наверное. Посмотрим. Или даже на 2 года, посмотрим. Ну, долго будет, наверное, все. Ну, что я вам хочу сказать. Буду я на максимальных настройках графики играть. У меня видеокарта GT 1030 на 4 гигабайта и мощный процессор AMD Ryzen 5 1600 на 3,20 там гигагерц. Вот. Ну, у меня CD на 1,5 терабайта и оперативная память 16 гигабайт. Хороший, мощный у меня ПК, в принципе. Для Майнкрафта отлично подходит. Если я не записываю, как бы, то FPS в обычном мире в среднем 150. Вот. Значит, давайте, я не знаю, начнем. Ну, или в среднем 100 бывает. Если во время записи, конечно, чуть меньше. Так, я назову этот мир LED. Так, let's play. Горче. Так, выживание, конечно. Так, выключаем использование читов, так, деревня, все такое. Без бонусного сундука. Я выберу. Я как бы выбрал этот сид, на него есть еще карта. Сида, ну, как сказать, сайт там, который генерирует случайный номер сида. И там еще карта есть мира, которые тренируются с помощью этого сида. Короче, я ссылку на этот сайт оставлю в описании. Там карта есть. Какой вы сид ведете, рандом просто, то очень хорошо будет найти там деревню, жителей, к примеру, всякие там постройки и все такое вот. Так, давайте создадим новый мир. Я сейчас объясню, почему я не люблю новые версии, как бы, Майнкрафта. Я люблю, ну, желательно 1.7.10. Ну, максимально я, если честно, люблю 1.8.9. Но я чаще всего на 1.7.10 играю. Так, почему у меня лагать начинает? Что за фигня? Такого не должно быть. Сейчас я на минимум. И вообще максимум. Ну, лагать по-любому не должно. Почему у меня лагает? Блин, PS80. Ладно. Так, давайте мы срубим дерево. Тут недалеко должна быть деревня. В деревне я планирую пойти, наверное, ну, пойдем, наверное, в третьей серии. Еще ферму сделаем. Так, в следующей серии прохождения мы, наверное, пойдем в пещеру. А сейчас мы будем просто добывать дерево. Вот. Значит, так, почему я не люблю новые версии? Ну, как бы, во-первых, с версии 1.9 появились новые, ну, как бы, звуки. Вот, как там, ну, дверь открывается, да, сундук, закрываются, это самое. Ну, я, как бы, еще помню, с версии 1.14 изменились текстуры, вот, все поменялось, и потом все новое с каждыми новыми версиями происходило. Ну, вот так вот я разлюбил современный Майнкрафт. Ну, скоро выйдет версия 1.20, да. Ну, может быть, я как-нибудь полюблю современный Майнкрафт, когда уже все эти версии уйдут в прошлое.
Ну как меня... Я вообще планирую новый компьютер купить. Ну или собрать. Ну, с видеокарты RTX. Ну, вообще, как бы, когда у меня появится новый, сразу начну на 1.20 играть. Вот. Вот так вот. Так, ну, в общем, что это я? Я сейчас буду. Тыкву добывать. Вот, наверное, одну серию по час записывать. Посмотрим как. Или по 30 минут. Так, я одно дерево пока оставлю. Потому что я сделаю древесный уголь. Так. Делаем верстачок и палочки. Я 8 штук сделаю. Итак, ставим верстак и сейчас будем делать кирку. Сделаем обычную кирку. Так, еще, наверное, сундук сделаем, потому что пригодится. Ну что ж, я тогда буду сейчас добывать булыжник. Хотя, в принципе, нет, я сейчас... Вот как сделаю. Я, наверное, вот это лучше сломаю, потому что мне это не устраивает. Надо это полностью сломать. Да уж, бывают такие вот баги. Да ладно. Теперь я это уберу. То, что должно быть здесь. Странно, здесь еще булыжники. Что ж это за фигня такая? Я буду, наверное, ломать, ну, добывать, пока кирка мне окончательно не сломается. Пойду уже к верстаку обратно. Вот. Уголь. Ну ладно, я тогда сейчас еще сделаю вот все. Все, теперь я не знаю, как буду быть. Но я здесь пока оставлю это вот самое. Помечу это. Может быть, пригодится потом, а еще спущусь. Так, ладно. Так, здесь пещера есть. Я тогда возле пещеры остановлюсь, неплохо. Или, либо сейчас где-то тут должна быть деревня, недалеко. Я ведь правильный сид выбрал, так, а там... А, блин, я же без оптифайна играл, ладно. Ну как, что, мы делаем кирку. Зато это будет ностальгическое прохождение, почему бы и нет. Сейчас сделаю лопату, наверное. Так, лопату и меч. Это вот обязательно важно, меч. Все. И это мы сложим. Все. Нам нужна шерсть, естественно. Шерсть и перевозки, чтобы на кровать сделать. Что еще? Нам
Вот, тут еще пещера есть. Ой, не знаю, я попробую, наверное, сейчас вот как сделать. Я где-нибудь дом построю. Так, солнце скоро сядет. Ах, ну, не знаю. Блин, немножечко подлагивает. Это то, что я записываю, потому что у меня еще освещение мягкое. Надо мягкое освещение хотя бы на минимум поставить. Или вообще выключить, как вы думаете? Наверное, я выключу вообще. Как еще быть? Нет, бесполезно. Я записываю, собственно говоря, так что я не знаю, что мешает. А синхронизацию включу. А, да вообще лагать будет. Что ж такое? Так, облака лучше выключу, потому что они нафиг не нужны мне. Частицы там меньше. Ну ладно. Нормально, да. В принципе, облака нам не особо уж нужны, в принципе. Потому что зачем от них лишняя нагрузка? В природе все равно облаков как бы не бывает, так что можно не волноваться. Так, ладно. Зачем я прыгнул? Я обязательно найду, извиняюсь, в последнее время у меня речь что-то немножечко поломалась, так что не обессудьте. Попробую найти деревню потом, вот, и в деревню мы поселимся, там я большой дом построю. Ну, начнем, по-моему, строить либо в третьей, либо в четвертой серии. Посмотрим. Сейчас мы сделаем печку и начнем дом строить. Блин, я еду не нашел. Офигеть просто. А, вот свинка. Ну ладно, сейчас я тогда пойду. Надо будет еще коров найти. Наверное, я постараюсь из них... А почему бы курицу не убить? Так, ну я куры заводить не буду. Я хочу еще ферму построить в третьей серии. У меня все планы есть. Ладно, думаю, не знаю, две штуки хватит. Главное, чтобы не потерять то место, где верстак и печка. Потому что если я потеряю, то пипец. А, вот все, здесь прям. Все, мы не заблудились, все хорошо. Так, палки. Пока что палки я уберу, если что. Блин, саженцы. Ладно, саженцы. В принципе, саженцы могут еще и тоже помочь переплавить. Самое все. Ох, все. Так, ладно. Начинаем дом строить. Я... Не знаю, как сейчас быть нам. Ну, ладно, я построю сейчас небольшой такой дом. Надо где-нибудь здесь, наверное, обустроить. Не знаю. Слушайте, а здесь, наверное... Да, здесь уже здесь построю. Сейчас я здесь это затолкаю сюда землю. Только, блин, быстрее, а то сейчас это самое. Это не нубский дом, нет, я специально крышу делаю нубскую. Не крышу, как козырек. Мало ли вдруг. Нормально. Все, теперь
принципе, она тоже стоит. Чтоб... Блин, король. Дом король, естественно. Ладно. Так, здесь факел ставлю и... Сверхстаком забрать. Все, отлично. Я, наверное, ферму животных в третьей серии сделаю, а сейчас посплю как раз здесь. И пойду, наверное, лучше огород делать сначала. И здесь я кровать поставлю. Все, я сплю. Так, ну что ж, что ж. Блин, там, видимо, остался скелет в шлеме. А да ладно. Сражаться сейчас. Опана. Так, воду. Так, видимо, нам тут не нужна. Я уж не буду их с ними сражаться, а то мало ли. Все, до свидания. Так, мне надо сделать мотыгу и огород. Сейчас вот так сделаю. Я, короче, открываю дверь и... О! Неплохо. Думаю, здесь можно заделать и, наверное, здесь тоже. Хотя нет, я сейчас по-другому сделаю. Здесь надо будет забор поставить лучше. В чем бы и нет. В будущем я, наверное, этот дом, первый, который буду превращать в, естественно, в шахту, буду копать здесь. Здесь будет, наверное, ферма у нас, если что. Вот. А в 10-й серии попробуем уже достроить большой такой дом, либо пораньше, совсем пораньше. Ладно, первые ресурсы у нас есть. Будем делать огород. Так, для этого нам нужно пойти и добыть дерево. Так. В первую очередь нам надо свиней убить. Я сейчас только за всю историю своей игры Майнкрафт увидел, что у свиней есть... Вот, видите? Вы, наверное, поняли, о чем я сейчас говорю. Вот, видите? Ладно. Не будем протираться к игровым материалам, пусть сами разбираются. Все. Я надеюсь, еще одну свинью найду, потому что. Блин, зачем я всех убил? Мне одна пригодится, мало ли, вдруг. Чтобы седло найти или скрафтить, и потом уже на ней ездить. Ну ладно, чем бы другое придумаем. Лошадь тогда найдем. И ее заведем. Так, сколько у меня. А, нормально. Думаю, на 30 минут хватит. Я за 30 минут закончу как раз. Так, это... Вряд ли надо...
в пещеру возьму в следующей серии. Так. Так, уголь нужен, срочно уголь. Блин, где-то место было, которое... Ну ладно. Сейчас будем делать палки и... Ой, ладно, я просто хотел калитку сделать, но я думаю, пока что без калитки обойдусь. Я планирую еще начать выживание в режиме хардкор. Думаю, стоит начать. Только на другой версии попробую. Постараюсь, наверное, все-таки на какой-нибудь такой свеженькой. Ну, немножечко свеженькой. Немножечко подпорчена. Ну, может быть, на 1.12.2 попробуем в режиме хардкор повыживать. Буду еще ностальгическое выживание делать, если что. Кому интересно. Вот это, как. Короче, ладно. Так, ладно. Что? Я хочу, естественно... Ой, блин. Что ж такое? А, забыл, вот. Вот. Так, пойдем еще добудем. Этот огород потом станет фермой животных, наверное. Я так думаю. Нам нужно 9. Все достаточно. Так. Что за фигня? Вот, все. Будем хлеб потом делать. Вот. Как бы так. Думаю, надо еще что-нибудь сделать. Думаю, надо... Ладно, не буду уж. Обратно положим. Так. Так, что мы хотели? Мы хотели... сейчас пойти туда. Ах. Блин, еще мясо надо забрать. Возьму все 6 палок, переработаю. И еще добудем дерево, и все, буду заканчивать. То сейчас 12 ночи доходит. Бывает, что я могу в 1 час лечь, но я попробую сегодня в... знаю, как получится. Блин, пауки эти вот. Доедают.
все. Весь уголь, факелы. Идем. С собой еще дерево надо будет взять. Все. Главное дом не потерять, а то сейчас я потеряю и все. Ой-ой, господи. Надеюсь, дом не потеряю. По-моему, там был. Блин. Ах, блин, вот сейчас я... Дом потерял, офигеть просто. Я ж не помню, куда я пошел. Я помню, на ту сторону пошел. Не ошибаюсь. А если ошибаюсь, то... Капец, помню. Сейчас вообще заблужусь и все. Дохожу уже. Я что-то вижу уже. Ну блин, я здесь же не спавнился. Надо по этой реке пройти и... Вон там дом у меня должен быть. Должен там быть. Точно должен. А, вот все. Шли наконец-таки. Все. А, еще надо нарубить дерево. И монстров убиваем еще. Заодно, почему бы и нет. Так. Вот звезды мы видим. Короче. Все интересно. Ребята, я еще извиняюсь, то, что у меня видео. Как бы. Вы можете заметить то, что здесь как бы плохо видео записывает Майнкрафт. Ну, то есть. Плохо, как сказать. Ну, как будто лагает, но у меня. Если что, не лагает Майнкрафт. Это просто, когда видео записывает, бандикам, ну, не выдерживает, там, немножечко, как бы, ну, кажется, что как будто лагает. Ну, просто вот так вот. Ну, все, мы пришли. Вот, все. Все отлично. Закрываем это. Дверь. Зачем это? Как? Так, я две доски оставлю на всякий случай. Вот, все. Ну все, в следующей части мы пойдем в пещеру. Так, я. Кусить же. Все. Блин, монстров забыл поубивать сейчас. Да ладно. Спим. Ну что ж, я надеюсь, вам понравится мое прохождение. Значит, вот, все, отлично. Растет здесь все у нас. Иди сюда. Ах. Ну все, тогда я заканчиваю. Все. Всем спасибо за просмотр. Кто меня посмотрел, ставьте лайки, подписывайтесь. Все, мы пойдем, значит, пещеру в следующей части прохождения следующей серии.
Всем спасибо. Всем пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Обязательно. И напишите комментарии. Все. Пока.